Первыми по новому переходу проехали большегрузы. За происходящим следят мостовики. Позади 2 года напряженной работы. Этого события ждали все. Грандиозный мост. Движение будет теперь гораздо быстрее. И на Казани, и на Москву проходить без пробок. Достойно выглядит новый мост. Наконец-то от пробок избавились в этом месте. Мы ждем дальнейшего завершения всего объекта. Новый мост через Свиягу начали строить в августе 2019 года. Проект реализуется по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». Общая стоимость объекта – более 4 миллиардов рублей. Вновь построенный мост через реку Свияга, он у нас длиной 392 метра. Он у нас считается судоходным. На мосту для безопасности устроено электроосвещение, барьерное ограждение. Сегодня мы переключаем движение на новый мост. Старый мост закрываем для движения транспорта. С нуля были построены 7 километров автоподходов к мосту. Само сооружение из самых современных материалов. В пик работ на строительстве были задействованы до 400 рабочих и около 100 единиц спецтехники. Старый левый мост был построен еще в 1996 году. Его протяженность составляет почти 400 метров, и с сегодняшнего дня он закрыт. К его реконструкции приступят уже на днях. Состояние моста уже аварийное, современные нагрузки нормативные он уже не несет. Необходимо усилить опоры и необходимо усилить пролетное строение. Ну, не вдаваясь в подробности, достаточно много очень тонких работ и ответственных. Объект для республики стратегический. Каждый день здесь проезжает до 20 тысяч автомобилей. Это еще и транзитный узел. По завершению всех работ мост через Свиягу станет 4-полосным. Открытие запланировано на 2023 год. Ильгиз Шакуров, Олег Мыльников, ТНВ, Верхнеуслонский район. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.